все начиналось, все было впервые и вновь, как строили лодки. Сам буду накладывать жидкие обои Сикпластер. Я это буду делать первый раз. Жидкие обои фирмы Сикпластер. Разводить их нужно следующим образом. Этого пакета из расчета 4,5 литра воды. Это жидких обоев. Стряхиваю его, чтобы перемешался он более-менее в сухом виде. И отправляем его в емкость, где мы будем его замешивать. На эту комнату 10,5 метров, у меня ушло 7 пакетов.